Ну и небольшой обзорчик на горелку. Кейс-горелка для сухого горючего фирмы Макси Следопыт. Упаковка картонная. Сама горелка вот такого типа. Внутрь поместил сухой горючий и зажигалку. То есть пока так поставим. Не проваливалось. Можно пару веток положить под низ. Будет стоять нормально. Так, ну и обычное сухое горючее. Так, в комплекте идет. Я бы сказал, в комплекте не идет сухой горючий, то есть его придется отдельно докупать. Подходит любое горючее сухое. Сейчас как раз попробуем, как оно работает. Это все. Возьмем чаюк, кружку, так встает даже, попробуем вскипятить воду. Так, ну это 10 унций, где-то примерно 300 грамм воды. Сейчас посмотрим, за сколько закипит на этой плитке. 2,25. Поставил. Ну и посмотрим, как она работает. Так. Фляжку пока сюда засунем. Ну, горит хорошо сухое горючее. Одна таблетка. Посмотрим, за сколько закипит. Ну, надеюсь, одной таблетки-то хватит для всех этих целей. Ну, хотя бы, чтобы подогрелось. В лесу сейчас хорошо. Свежо. Только чуть шумно от города. А так даже вполне ничего. Горелку, эту кейс-горелку брал где-то рублей около 150. То есть, что относительно дешево. Видел ее в интернет-магазинах рублей по 250, 350, даже до 600 доходило. Ну вот видно, как начинает обугливаться само основание. Краска обгорает. Если видно. Ну, пламя хорошее. С воды уже идет пар. Думаю, скоро все это закипит.
Ну вот ветра почти нет. Вода уже начинает пузырями идти, значит скоро закипит. Все боялся, что одной таблетки не хватит для согрева 300 грамм воды. Ну вот получается в этой кружке где-то грамм 300-320. Я сюда вылил фляжку 10 унций. То есть где-то 285-290 грамм воды. Одна стандартная таблетка сухого горючего. Ах ты, блин. Все-таки упала. Ну, немножко не получилось. Ладно, чаек не удалось попить. Есть вода в термосе. Ну, то есть понятно, что одной упаковки хватает. Прошло 5 минут. 6. То есть где-то в среднем 6-7 минут и 300 грамм воды закипит. Ну, неудачно кружку выбрал. Вода вылилась. А так за 7 минут 300 грамм воды она полностью закипает. Не буду уже извращаться тут. Так, все затушим. Все. Так вот. Ну, еще тепленькая. Вот так краска обгорела, то что здесь лежало сухое горючее. Сделано довольно прочно. Скажем так, без нареканий по качеству. Уже почти остыло. То есть можно было, наверное, и так делать, но я не стал. Можно чуть раскрыть до первого фиксатора. Здесь вот есть фиксаторы. Это на закрывание фиксатор. А здесь уже непосредственно два фиксатора. То есть есть такое положение, есть такое положение. Но это уже котелок или что-то такое большое ставить. Кружка, жаль, неудачно получилась. А сам по себе вот так. Много места не занимает. Сюда можно положить без проблем две таблетки сухого горючего и зажигалку. То есть уже хватит и тушенку разогреть, и воду вскипятить. И много места не занимает, в отличие от газа. Вот такие вот дела. Обратно положу. Пойду обратно.